Ко дню национального флага в Баку прошел 5-й фестиваль молодежного творчества. Свое мастерство представили детские и юношеские танцевальные коллективы, молодые художники, работающие в разных техниках, молодые актеры и вокалисты. Все номера объединяла общая тема патриотизма и любви к родному краю. В мероприятии приняли участие студенты вузов страны, а также курсанты высших военных учебных заведений. Наша главная цель – продвижение ценностей патриотизма среди молодежи. Такие мероприятия способствуют гражданскому, патриотическому воспитанию молодого поколения и в то же время развитию юных талантов. Мы стараемся, чтобы эти мероприятия были интересными, интерактивными и современными. В этом году фестиваль особенный. Мы празднуем столетие Азербайджанской Демократической Республики, а также столетие государственного флага. 100 лет, и бayrağımızın 100 лет.